Друзья, всем приветик! Сергей Штаткин, так и город Лексингтон. Сегодня у нас необычная покупка из фермерского магазина. Местная продукция наших кентаковских фермеров. Вот такие домашние яички. Прямо вот, гляньте, прямо вот только-только из-под курочки, из-под гнезда. Молочные продукты, домашнее молоко. Смотрите, прямо вот эта полоса идет. Это, я так понимаю, сливки, это молоко. Сейчас откроем, нальем, посмотрим. Творог, коттедж чиз и sour cream, сметана. Сейчас мне Марина поможет открыть и посмотреть эту продукцию. Такие продукты в магазине не купишь, поэтому сейчас мы посмотрим. Марина мне будет помогать. Все, давай, открывай. Буренка. Я вообще обожаю молочные продукты. Смотри, стаканчик, это плохо стоит. Ну, это я потом. Гляньте. Ого, молочко такое. Так, это у нас творожок. Ну, классный, да, такой домашний, ну, прям. Ну, не как магазин. Не как магазин, да, и сметанка. Золочек от масла. Я помню, тетя в деревне положила. Давай, ложкой покажем. Прям как на привозе у тебя было в Одессе, да? Да, 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 слышу, точно такая. У нас Марина, одесская девчонка. Привоз обожает. Кто же его не любит? В общем, вот такие у нас новые продукты. Открыли для себя новый фермерский магазин. За все я заплатил $28. Галлон молока, творожок, сметанка и пару коробочек яичек. Как-нибудь я в этот магазинчик заеду и вам сделаю репортаж. Очередной заказ на молочные продукты. Только что принес новое молочко. Опять смотрите, прям здесь прям вот сливки. Не буду сейчас взбалтывать. Прям попробую открыть, налить так молоко, посмотреть, как оно будет. О, боже. Прям настоящие сливки. Обалдеть. В магазине такое не купишь. Давненько такое не пил. Так, ну и сметанка. А, прям слюнки потекли. Попробуем. Ух ты. Вот это деревенский продукт, а? Вот это я понимаю. Ну а вот новая партия яичек домашних. Вот эти прям в один ряд одинаковые яички, а вот эти особые. Даже разные цвета у них. А вот в этой пачке, смотрите, какие размеры разные. Вот это малышка вообще. Вот этот цвет мне нравится. Такое у нас разнообразие яичек.